все скрипит в городе, мы помогаем, мы герои. И правда скрипит, ты слышишь? Да больше лечут, жалеешь. По-моему, уже лучше стало. Ну что, вы рады теперь, что у вас все не скрипит? Да! Гучи флип-флап, и предметы не скрипят. Короче, у этих качелей технология плохая, неправильно. О, наш двор. Вам замечание. А если запально? На бабки ведь поставят. Первый провал у нас, да? Что мы будем смазывать, блядь? Всем привет, с вами Перец. И Клюгерок. И у нас сегодня появилась новая компания. Перец Клюгер Антискрип. Гучи флип-флап. И все не скрипит. Гучи флип-флап. И предметы не скрипят. Мы устроились смазчиками. Теперь мы будем смазывать все, что скрипит. Это касается качелей, дверей. В общем, любых предметов, которые скрипят и издают скрип. Суставов. Наложишься, когда промазал. В общем, вчера мы смазали качели во дворе Клюгера. Они так сильно скрипели, что просто мешали всему двору спать. В том числе и самому Александру Сергеевичу. Было, чувак, это было три года я это терпел. Мы же еще с тобой давным-давно хотели их смазать. Да. Ну тут мы бам, вчера смазали, и так хорошо. Сегодня детки катались, я ничего не слышал, спал прекрасно. Да. Вот, кстати, эти кадры. Внимание, прибыла смазочная группа зачистки. Сейчас мы возьмем стрёмные качели и смажем их, чтобы они не скрипели. Мы боремся со скрипом. Готовь смазку. Мы видим, качели скрипят очень сильно. И мешают людям спать. Мы с Клюгером решили сделать доброе дело и смажем эти проклятые качели. И у всех перестанет болеть голова. Сейчас. Было это сейчас, сейчас будет после. Перец и Клюгер выполнили миссию. Мы смазали эти качели, и теперь они не скрипят. Теперь давай вторую. Теперь надо вот эти. А эти скрипучие, вот сейчас их будем смазывать. Блин, да, смотри. Какая разница, да? Вот эти смазали, вообще прекрасно. Качели больше не скрипят, это самые идеальные качели. Так что вызывайте смазчиков Перца и Клюгера, и они смажут вам все качели, которые только можно. Сейчас мы пойдем по городу смазывать всем качели. Пойдем смазывать качели? Погнали. Эксперимент оказался удачным, мы решили принять заявки на смазку. Присылайте видео доказательства ваших скрипучих качелей, дверей и так далее. Любых предметов, но присылайте их нам в личку, мне или Клюгеру, и мы сразу выдвинемся в бой. Вот сразу. Мы планируем завтра весь день посвятить этому. Мы объедем весь город и смажем все, что скрипит. Да, заявки принимаются в директ в набережной Челны, так что присылайте ваше видео, и мы выдвинемся и смажем все, что нужно. И сегодня нам подписчики прислали просто уйму видеоматериала, что у них... Все скрипит. Качели, дома стул, еще, ну, блин, к сожалению, все в разных городах, но с нашего города тоже много. Нам даже одна девочка прислала, что у нее скрипят. Возможно, мы ей тоже поможем в этом нелегком вопросе и смажем ей. У нас сейчас жара в Челнах, 40 градусов. У нас сейчас есть кондиционер, но когда мы находим на улице, мы немножко таем. А в эту погоду еще нам надо смазывать всякие качели. Даже тут, смотри, все красное. Горячая дорога, мы едем по самой горячей дороге. Но зато мы с благой миссией едем. Перец, Клюгер, антискрип. Гучи, флип, флап, и качели не скрипят. Пи***ц у этого КамАЗа, все, скрипит. Его надо просто смазкой здесь облить, запереть его. Спасибо. Я говорю, у него поэтому вот это все. Воздух выходит, она такой. Вообще скрипучий. Пипец, блин. Вот это да. В гараж его запереть, просто его так погрузить в смазку. И все будет нормально. И у тебя, и у нас. Так что поставь обязательно лайк. Лайки знаете для чего нужны? Да в принципе, не нужны, у нас есть тик-так. Сань, а что это у тебя там под губой? Приехали в первый скрипучий двор. Это у нас что за комплекс? 38-17 или что, 39-17. Так, где-то здесь должны быть скрипучие херни. Вот я уже вижу какие-то херни. Вот какие-то местные жители. Так, группа зачистки. Так, пацаны, что у вас здесь скрипит? Нас вызвали как скрипачей. Я вас уже 3 года почти смотрю. Да ладно. Да ладно. Да, там передали данные. Привет. В курсе, кто передал? Громовой. Громовой, знаете такого? Ну, пацанчик, он на три не ушел, короче. Нам передал информацию, что у вас тут все скрипит. Мы сейчас будем с этим разбираться. Да, смазывать. Специальным средством. Пойдемте поможете. У нас контора Перец Клюгер антискрип. Надо покачаться на качелях, узнать, скрипят они или нет. Окей. Давай. Ты будешь тестером.
что, не скрипят? Не, вообще не скрипят. Кто-то смазал за нас. Пошли. Походу, нас кто-то обошел, чувак. Ну, нам... Все, чувак, достаточно. Ты молодец. Ты отличный бета-тестер. О-о-о! Это по нашему делу. Так, подожди, да я хочу. Вот, да. А это тоже? Ну, можно. А, вот. Подожди, вот самая скрипучая вещь. Вот это вот, да. Пацаны, вы что раньше? У вас тут все скрипит конкретно. Вы что раньше заявки не подавали? Ой, ты так много не лень, она нам еще пригодится. А вот она как называется? Перец Клюгер, антискрип. Гуччи флип-флап и предметы не скрипят. Все, смотри, это верхушка не скрипит. Мы все починили. Подожди, вот так надо смазать. Теперь только металл. Так все скрипит в городе, мы помогаем, мы герои. Отлично. Молодцы. Спасибо. Может, у вас велосипеды скрипят? Надо что-то смазать. Цепь у тебя смазана, точно? Да. Да, мы смазывали, когда собирали. Ну, когда я проверил. Мы только его вчера собрали. Прям полностью с нуля собирали велик? Да. А, ну значит, он новый, Саня, он точно не скрипучий. Ну, почти. Только руль, переднее колесо, сиденье и педали. В общем, этому пацану смазка не требуется. Нет, смотри-ка, плавно. По-моему, хорошо. Здесь кто-то побывал до нас. Кто? Ну, какие-то... Шек? Нет, какие-то антискриповые другие компании. Конкуренты у нас появились, мне кажется. Да ладно. Опа! Конкуренты не знают, что мы профессионалы своего дела. У вас качели скрипучие. Мы вам поможем. У нас уже опыт есть, кстати, в этих... Да. Да куда ты так много? Давай, случайно. Да как это случайно? Дай, ты просто не умеешь смазывать. Дай. Она что-то сегодня лица стала прям... Вот она сейчас зальется. Она уже не скрипит. Вот эта, видимо, часть скрипела. Да? Все, все. Все идеально? Да. Никакого скрипа. Вторую часть не буду смазывать, потому что у нас элементированная. Да. Все, чуваки, мы все смазали. Че, самокат скрипит у тебя? Есть такое. Где? Ну-ка, показывай. А, вот это? Вон там. Давай, туда заливай. Так, а это не скрипит же. Оп, нет, там, она скрипит чуть-чуть. А, да? Открой крышку-то, ёпти. Где? Какую крышку? Крышку открой. А, эту крышку? А вы Костю тоже смазываете? Кости? А что, скрипят? Все нормально. Что тут? Ну, кажется, здесь наши полномочия все. Ну что, вы рады теперь, что у вас все не скрипит? Да! Гуччи флип-флап, и предметы не скрипят. Все, мы поехали дальше, пацаны. Че ты? Подожди-ка. Все нормально, показалось. Ну это не скрип, это пружинный звук. Вот так. Так, всех видно? Все. Все. Мы смазали все, что только можно смазать. Тренажеры. Ну можем зайти, подойти к тренажерам, можем кошку смазать. Мы год или два года назад тоже виделись. А ты в курсе, чем мы приехали сюда? Чего? Мы все смазали, вот, смазкой. Теперь ничего не скрипит. Да. Ну там тоже надо, о, пониже. Где? Ну-ка, это заявка новая? Не отходя от кассы, мы приняли новую заявку на смазывание скрипучих каких-то новых вещей. Че, порядок? Порядок. Там площадка, да, есть? Да. Все, понял, заявка принята. Кажется, мы прибываем на новый объект. Я вижу качели, которые повсеместно скрипят. Ну вот эти, да, стопудово. Вот эти вот, да, вот эти должны не скрипеть. Нет, не скрипучих таких моделей. Я прям чувствую, что не скрипят. Нормально все? Даже удивительно. Странно. Бум-бум-бум-бум. Удивительно. Не скрипят. Кто-то здесь раньше нас попал, чувак. Я прям чувствую. Подскажите, пожалуйста, вот что-нибудь скрипит, тут качели, еще что-нибудь. На просто задание за это сказали смазать. Вроде нет, да? Просто там двор, там вообще он весь скрипел. Все сделали там. Нет, все нормально. Удивительно. Это образцовый двор, не скрипучий. Не скрипучий, вообще ни одного скрипика. Так, а там что? Привет, пацаны. У вас есть тут что-нибудь скрипучее? Что-нибудь качели, что-нибудь. Что скрипит? Что скрипит? В том дворе. В каком? В каком? Вот этот дом? Там все смазали. Мы уже все там смазали. Там да? Все смазали. Вот. Они только что качались, не скрипели. Опа! Слышал? Это вот где-то здесь-то досочки, чувак. А, тут болтик открутился. Давайте подкрутим. Вон. Сейчас я его просто закрутить надо. Да. Ну-ка. Ну, друг, ну, совершенно звук. Чуть-чуть, но меня... незначительно. Если бы у меня были плоскогубцы или какой-нибудь ключик, я бы... Валерка, вот как вот профессию назвать? Вот кто смазывает? Просто смазчик или смазливый? Не, серьезно. Вот это. Ну, есть вот профессии. Сантехник, есть кто вот всякие... Нет, таких профессий не бывает. Есть только всякие техники. Ну, может быть, где-то на заводе есть человек, который все смазывает. Но это даже техник какой-нибудь, не смазчик же. Пусть подписчики лучше ответят на этот вопрос. Да, напишите-ка в комментариях, как правильно это называется профессия. Смазчик, смазывальщик или смазливый. Как, прикинь, как вот такую профессию можно назвать вообще? Если прикинь, пошел это, в колледж, короче, отучиться на... Смазовик. 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 Как трудовик, как снеговик. А ты видел, делали из пуха снеговика и назвали его пуховик? Да ладно, да, пуховик? Прикол, да? Прикол. Ну, то есть реально сделали снеговика. А если куртку наполнить снегом, то как она будет называться? Да, снеговик. Мы тоже сделали снеговик. Снеговик. В этом году, походу, надо будет сделать снеговик. Просто возьмем вместо куртку, пуха наполним его снегом. Да.
Мы сделаем настоящего оригинального снеговика. Да. Так, нас вызвал Bad Way и сказал, что там вот такие красные качели скрипучие. Что-то все красные качели скрипят. Вот, я ему сейчас написал. Говорю, мы выезжаем. Он говорит, сейчас подъеду. На чем он подъедет? На самокате на чем-то. О, я уже вижу эти красные качели, вон они. А, это не они. Ну, это похожие качели. Там пейзаж другой был. Ну, да, ладно, мы едем, смажем. Нет, смотри, там, видишь, ларек какой-то есть. Вон, какая-то микромечеть. Микромечеть. Ну, сейчас мы найдемся. Площадка рядом, значит, мы близки. Ну, так-то проблема имеется. Давай, смажем. Давай. Смазчик перец смажет эти качельки, и они перестанут. Сейчас затекает. А, тут они, видишь, другая немножко технология. Ну, ничего. Нормально, нормально оно будет. О, зашло. Вот уже, лучше. Уже лучше. Так, смотрим, кто установил качели. Наш двор. О, наш двор. Вам замечание. Качели скрипят. Почему не делают на подшипниках? Надо вот так. Туда, а, туда. Все нормально. Все нормально. Преобразился в более плавный, более басистый. Теперь его, ну, хотя бы приятно слушать. Пойдем на следующую площадку. Том-пробом. Нас немножко ввели в заблуждение, но мы выяснили проблему. Оказывается, площадка находится за домом. Но мы и тут смазали. То есть мы уже план. Работу, мы, да, план перевыполняем свой, да, предмет. Да, да, да. Не выкидывайте три презерватива в мусорку, они вам еще пригодятся. Ой. Он три презерватива выбрасывает в мусорку. Слушай, я тут подумал, вдруг нас это кто-нибудь спалит. Мы смазываем все. И что, потом заставят песок туда засыпать? А если запалят? На бабки ведь поставят. Бедный пацан, блядь, обратился, у него качели скрипят, блядь. У него там ситуация, у него геморрой, блядь, вот эти качели, а мы не можем смазать. Слушай, мы вообще не туда вышли куда-то. Я только что голубя смазал. Он скрипучий такой был. Короче, нет, по карте это, походу, вы тут все вырыли просто. Видишь? Проспект. Вот проспект, по которому ходят люди. Дорожки с этой стороны стоят, да, с той стороны. Мы нашли эти качели. С той же технологией, да, качели? Ой, эти сильнее скрипят. Все, сейчас. Давай. Открой крышку-то. Да, блин, она так выглядит. Зачем я так делаю? Ну, отрежь ее чуть-чуть. Куда ее? Оп. Короче, у этих качелей технология плохая, неправильно. Что, вот они один хер будут скрипеть. Нет, не будут. Это даже не скрип, это просто трение. Ой, скрип из-за чего происходит? Из-за трения. Короче, они по тяжести слишком тяжелые, чтобы не скрипеть. Они всегда будут скрипеть. Это вечный скрип, это вечный скрип, это вечный скрип. Ну-ка, давай назад еще. Короче, производители качелей, напишите нам на почту, мы вам технологию разработаем. Как бы детям жить на скрипучем качеле? Так ты им потом в глаза будешь смотреть, он вырастет. Подойдет тебе Клюгер, я смотрел твое видео. Я видел, как ты смазывал качели. Я все детство провел на скрипучих качелях, у меня скрип в голове. Ну давай их выкинем тогда, купим новые, сюда поставим. Ссылка на донат будет в описании, чтобы мы поставили качели. Слушайте, да, давайте мы оставим ссылку на донат. Мы просто, серьезно, мы весь город преобразим. Нет, нет, давай начнем с одних качелей. Где-нибудь поставим реально хорошие качели. Да. С заебатой. Да. С этим, с пуфиком. Вот как вот эти, только с пуфиком. Да, 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 да. Вот это сетчатый, да? Да, да, да. Но у нас такие где-то есть, ну короче. Они везде, они классные. Я бы сам таких качался, я бы дома даже себе такие поставил. Угу. Короче, ждем деньги и будем везде качели ставить, чтобы, блин, нормально дети жили. Что, ну лучше стало немножко. Ладно, за ночь она растечется, там разработает все. Может, ветра надует. Во. Ну, если медленно качаться. Короче, кто будет на этих качелях качаться, качайтесь медленно. Все, мы качели смазали, вроде получше стало. А то как жители тут живут, все скрипят, скрипят, скрипят. Невозможно по утрам, блин. Не стоит благодарности. Молодец, говорит. И сам СС. Давай вот так, у меня руки смазки. Хорошо. Тебе надо? Так, что у тебя велик? Ну-ка, показывай давай. Ну-ка. Да подожди, назад крутани педали. Не скрипит ничего? Амортизаторы, все такое. А мы уже смазали все. О, что-то скрипнуло. Нет, это, ты, наверное, проехал? Тормоза были. Тормоза, ну-ка. Не порядок. В принципе, они, наверное, так и должны быть. Да должны быть, да. Тут... Да, колодки стерты. Ну. Колодки мы не, поменяем. Сюда нельзя мазать. Это были рады поработать на вас. У нас необычный клиент. Ему надо смазать велосипед. И это не он. Привет. Честно, я даже не знаю, как его смазывать. Что именно скрипит? Наверное, цепь. Да. Сейчас Саня протестирует. Он тестировщик велосипедов. Всю жизнь на велосипедах катается. Слушай, я не пойму, что скрипит. Это не цепь, это что-то другое. Там микроскрип, да, такой? Или ты брай это вот это? Да, да, вот это. Так это сидушка вроде? Да, 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 сидушка. Ты серьезно нашел проблему? Это само седло вот в этой части. Ага. По-моему, это просто пластик. Походу туда надо заливать. Надо перевернуть его немножечко.
На. Я же веломастер, я с этими велосипедами. Вот, поэтому я тебя и пригласил. О! Определи точное место смазки. Один хер скрипеть будет. Походу, ты останешься со скрипом. В общем, Саня залил смазку в седло. И сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы она проникла в самые глубокие недра этого седла. И вроде бы оно перестало. Но все равно чуть-чуть есть. Просто не факт, что это в этих щелях. А в каких ты думаешь? Ну, в каких-то более глубоких. Мне кажется, лучше просто на нем кататься, и оно рано или поздно туда затечет, если ты правильно все сделал. Это первый предмет, который мы не справились с которым. Мы все качели в городе смазали. Все нормально. Первый провал у нас, да? Первая неудачная миссия. Муха, уйди. Муха, уйди. Прости, два мужика и нихуя не сделали. Как мы так не смогли, блин? Я вообще не знаю, как мы так не смогли смазать седло. Вроде нормальные парни, ебаные. Мы также приезжали, думали, вот сейчас, блядь, быстро снимем, тут вокруг походим. Давай, следующая точка. Следующая точка у нас очень необычный клиент. Так. Ему требуется необычная смазка, надо зайти в аптеку. Помнишь? Когда? На камеру? Че на камеру? Я вас обожаю. Снимайте. Давай, давай, давай. Ты что скажешь? Я машину купил. Всем сразу. Привет. Подписывайтесь на канал. Офигенный канал. Вообще офигенно. Вам хоть, чтобы перебить А4. Спасибо. Я машину. Спасибо большое. Ему похуй, эти глаза красинючие. Такой хитрец, что он задумал, я чуть не понял. Он пошел в аптеку за какой-то смазкой. У нас же есть смазка. Зачем в аптеке? Что мы будем смазывать, блядь? Оставайся с нами, на. Все, особая смазка куплена. Я вообще не понимаю, что ты хочешь делать. Надо смазать клиенту особые части тела. Особое задание, в общем. Куда ехать надо? Сейчас покажу. А, вон она. Это Яна. У нее особые проблемы. Привет. Привет. Так, у тебя, значит, проблема, да? Да, проблема. А скрипят? Да, скрипят, да. Ну-ка. И правда. А можно тоже поскрипеть? И правда скрипит. Ты слышишь? Вообще, да. Сейчас мы исправимся. Сейчас, у меня тут есть специальная вот смазка. Давай. Поможешь мне ему? Да, да, да. Вроде должно помочь. Может, и потом поможет, да? О, ну. Да. Все, заливаем. Да зачем нормально, вот, все хорошо. По-моему? По-моему, уже лучше стало. Вот, слушай. О, уже отлично, отлично, да. Почти не скрипят. Да. Может, еще залить? Еще немножко. Что это у вас такое? Это специальная смазка из аптеки. А, из аптеки? Да. Я тоже такую возьму. Вот могу тебе даже подарить, только новую открыть. Подарить? Да, вот. Будешь смазывать, можно раз в месяц смазывать. Ну, там как пойдет. Можно каждый день смазывать. Чуть-чуть подскрипывает, все, сразу смазывает. Она для разных целей подходит вообще. У меня, наверное, там пирсинги скрипят, да? А, у тебя пирсинги, у тебя там соски какого? Да. Блин, вот так вот они и скрипят, они понимаешь? Скрипят, да, я-то там думаю, скрипят. В чем они дело? Ну? Два с половиной года назад были проколоты, и поэтому скрипят. Блин, точно, это все. Но это из-за металла и кожи. Металл и кожа. Да, не скрипи, будь здорова. Спасибо.